Гонка к вершине или пик победившей лени. В Китае построили эскалатор, чтобы не взбираться на гору Тяньюй пешком. Подъемник длиной 350 метров состоит из трех секций. На неделе его запустили в провинции Чуньань. Эскалатор позволяет туристам наслаждаться головокружительными видами, не прикладывая при этом чрезмерных усилий. Альтернатива – извилистая горная тропа длиной в 3 километра. Я могу наслаждаться прекрасным видом без утомительного восхождения. Считаю, что это отличная практика. Самое главное – не забывать о движущейся дороге под ногами. Наслаждаюсь прекрасным видом. Гигантские эскалаторы обошлись в 10 миллионов юаней, это около 1 миллиона 400 тысяч долларов или 125 миллионов российских рублей. Входной билет стоит 30 юаней, это без малого 400 рублей. Небольшая плата за комфортный подъем, как я считаю. Ну и чтобы завершить тему фитнеса против лени, сейчас самое время начать худеть к следующему отпуску. Итоги уходящей недели мы подвели раньше всех. Увидимся здесь же через 7 дней, не переключайтесь.